Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. В начале октября большинство будет высаживать чеснок. И в этом видео я расскажу о главных правилах, чтобы получить крупный и здоровый урожай чеснока. Во-первых, нужно выбрать правильные сроки для посадки. Чеснок должен успеть пустить корни и хорошо укорениться. В то же время чеснок не должен прорасти, иначе он вымерзнет. На это обычно чесноку нужно около 3 недель. Сроки посадки выбирают согласно погодным условиям и региону проживания, ориентируясь на дневные и ночные температуры. Высевать начинают тогда, когда дневная температура держится не выше 12 градусов, а ночная температура близится к нулю. Второе, что влияет на размер, это, конечно, сорт чеснока и качество посадочного материала. При разделении зубчиков чеснока для посадки следует выбирать самые крупные экземпляры, оставляя мелкие, больные и поврежденные зубки в стороне. Посадочный материал перед высадкой нужно обработать. Для этого существует масса способов. И марганцовка, и соль, и сода, и биопрепараты, и медный купорос, и так далее. Кому что больше нравится. Можно, например, замочить сначала в марганцовке, а потом в гуматикале, чтобы простимулировать корнеобразование. После того, как проделали все процедуры, чеснок нужно подсушить и можно приступать к его высадке. Грядка по-хорошему должна быть заранее подготовлена. Она должна находиться в светлом и достаточно сухом месте. Обработана от болезни лучше биопрепаратами на основе триходермы или над уксусной кислотой. Как ее сделать, я показывал в одном из предыдущих видео. И грядка должна быть удобрена, обязательно калийно-фосфорными удобрениями, особенно в бедных почвах. Это может быть и зола, и минеральные удобрения. Еще желательно при перекопке внести перегной, перепревший навоз или компост. Ни в коем случае не вносите свежий навоз. Если вы не вносили удобрения при перекопке, то можно внести в каждую лунку при посадке. В северных регионах с суровыми зимами чеснок сажают на глубину 10-15 см. Мы же высеваем на глубину около 5 см. Расстояние от одного зубчика до другого 7 см, а между рядками 25-30 см. Это оптимальные размеры для посадки чеснока. Если почва у вас глинистая, рекомендуется в каждую лунку класть по одной горсти песка, иначе из-за застоя воды чеснок может подгнить и вымерзнуть. После посадки чеснока, если земля сухая и в ближайшие дни не обещают дождей, то для гарантированного укоренения чеснока грядку нужно хорошенько пролить водой. Также, чтобы чеснок не вымерз за зиму, особенно если вы проживаете с холодными зимами, грядку можно прикрыть лапником, соломой, опилками или торфом. На этом пока все. Все главные моменты я вроде рассказал. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем хороших урожаев!